Короче, я могу вот эти три слова сказать, если, которые я сказал. Если хочешь, чтобы он прям полноценно ответил, он может на португальском ответить. А на португальском кто мне его потом обратно переведет? А я тебе прям буду сейчас плохо переводить. А ты сможешь так сделать? Да. Так же даже проще. О, супер. Все вместе. Meu nome é Judson Borges, eu sou coordenador da IBJJF, né, sou supervisor de eventos e eu trabalho mais focado na região da Europa. Eu vou, a maioria dos eventos que a gente tem por aqui, eu estou muito próximo das federações dos países, contribuindo para o desenvolvimento do jiu-jitsu na Europa de uma forma geral e nos grandes campeonatos pelo mundo, campeonatos mundiais, pan-americanos e todos os outros. Prazer enorme estar com vocês aqui na Rússia e espero que a gente possa fazer esse evento crescer cada vez mais. Obrigado. Да, зовут меня его Жюстин Боргес, он является официальным координатором IBJJF. В первую очередь он работает с проектами, которые развиваются в Европе или близко к ней, поскольку сам недалеко находится. Вот, в общем, рад он сегодня с нами со всеми здесь находиться. А он больше говорил. Он больше говорил, я вот настолько в деталях тебе потом все расскажу. А он практикует джиу-джитсу сам? Практикую джиу-джитсу. Сам фаша прета, quinto grau. Faço jiu-jitsu há 44 anos. Да, он черный пояс, 5 страйков, и джиу-джитсу занимается он уже 44 года. 5 degrees? Yes. Eu tenho praticado nos últimos 44 anos, sou faixa preta, sob a Academia Carson Gracie, do Carson Gracie Senior. Над Карлсона Грейси младшего, в общем, он идет все эти 44 года. Он второй раз в России. И какие впечатления есть у него об этом компетишне? Он получился меньше, но получился ли он хуже или лучше? Eu você acha sobre esse campeonato? Bom, esse mundo ficou menor, claro, em quantidade dos atletas e tal, mas melhor, pior? Acho que nós tivemos uma evolução em relação ao campeonato do ano passado. Algumas coisas já foram melhoradas para esse evento. Он уверен, что чемпионат, конечно же, растет, да, то есть какие-то ошибки прошлого чемпионата были исправлены и, в общем-то, только дальше движемся. И a gente não espera uma resposta imediata quando a gente inicia um campeonato. Isso leva tempo. И когда мы начинаем проводить какой-то чемпионат, да, выбираем определенный город для ежегодного проведения, мы не ждем, что он тут же будет давать плоды, да, то есть на долгосрочный такой период рассчитан успех. Mais importante é o potencial de crescimento que a gente vê aqui, que é enorme, gigantesco, do tamanho da Rússia. Самое главное, что мы видим действительно потенциал для роста, да, который просто размеров целой России, и поэтому стоит вкладываться. А он верит в потенциал в Москве или в каких-то других городах России в целом? Потенциал в Москве, в geral, assim, de outras cidades da Rússia. Basicamente, a gente vê Moscou como a grande capital, né? O lugar que a gente faz o evento, o local que nós estamos. Mas eu vejo, percebo que vem muita gente de outros lugares para a competição aqui e a gente pretende conhecer um pouco mais do como o jiu-jitsu vem sendo desenvolvido aqui. Москва, в первую очередь, это большая столица, да, для них, в которой можно проводить такие мероприятия. Но, тем не менее, он видит, что очень многие ребята приезжают издалека, из других городов, уровень у них, конечно, очень крутой. А он знает, что Россия – это большая страна, и иногда из одного конца страны, из Москвы, условно говоря, очень сложно доехать до другой стороны, там, до Владивостока, и наоборот. Você sabe que a Rússia é um país tão gigante que, bom, leva muito tempo para chegar, por exemplo, de Moscou para Vladivostok, que é 9 mil km daqui. Eu sei que dentro da Rússia cabem dois Brasis. Вот. Ну да, он знает в том числе, что и в России поместятся две Бразилии по территории. Намерены ли IBJJF проводить турниры не только в Москве, но и в других регионах России? Vocês estão pensando em fazer os campeonatos só aqui em Moscou ou também em outras cidades da Rússia? Sempre existe a possibilidade da gente expandir, né, esses eventos para outros locais. Depende da disponibilidade, do crescimento do jiu-jitsu nas regiões. O objetivo da IBJJF, quando ela chega em algum lugar, é fomentar, é ajudar no desenvolvimento do jiu-jitsu no país onde a gente está. É fazer uma vitrine, ajudar a organização dos professores e das equipes para que o jiu-jitsu possa crescer cada vez mais.
всегда есть возможность, да, и желание продолжать такую экспансию своеобразную, но все зависит, в общем-то, от готовности городов идти на такое сотрудничество. В любом случае, когда IBJJF заходит в какую-то страну, главная их идея — развивать спорт, да, развивать джиу-джитсу, и он уверен, что здесь также можно это делать не только в Москве. Есть ли какие-то планы IBJJF, которые он готов озвучить, которые не являются секретом по развитию, допустим, джиу-джитсу и именно чемпионатов IBJJF в России? Talvez você já tenha alguma informação que não seja segredo sobre evolução e desenvolvimento do trabalho da IBJJF aqui na Rússia. Não, não temos ainda uma informação no sentido de criar expectativas sobre outros locais. Mas, sem dúvida nenhuma, a ideia é expandir para outros locais, sim. Já tem algumas cidades que a gente está ouvindo falar que tem o jiu-jitsu já em uma fase de desenvolvimento um pouco mais avançada, e são cidades que realmente interessa a gente contribuir para o desenvolvimento do jiu-jitsu nessas regiões. Ну, пока что он не будет перечислять города, да, чтобы не обнадеживать или что-то еще, но тем не менее они уже присматриваются к некоторым городам, о которых они уже слышали, да, что джиу-джитсу там хорошее и что есть возможность проводить чемпионаты, и они будут рады как бы и туда залезть. So hello guys from BJJ Freaks, it's a pleasure to be here with you, okay? Hope to see you next year one more time. Thank you so much. Спасибо. Ah, muito legal, muito bacana. E ver a forma como você cobra, de uma forma bem descontraída, é bem legal. É interessante. Yeah. Thank you so much. My pleasure, thank you.